Привет, ребят, продолжаем ленту, магазин, цены сравниваем. Пришли в овощи. В прошлом видео вы посмотрели. Ассортимент общий. Прямо вижу мандарины 69, мандарины 89, мандарины 72. На любой выбор. Во втором ряду. А здесь что у нас? 59, авокадо 119, манго. Смотрим, ребят, смотрим, какие у нас тут цены. Бананчики 69. Дальше. Здесь мандарины 99, 119. Здесь подороже. Нужно выбирать, ребят. Не нравится, что лимоны 79. Прошлую зиму по 400 рублей были, помните? Сухофрукты. Выбор большой. А с этой стороны что у нас? С этой стороны киви по 99. А здесь что? Гранат 118, хурма 129, ананас 109, груша 128, 179, яблочки 119, а вот яблочки по 99, по 89, упакованные уже, а вот яблочки, а вот, да, по 64, и хорошо выглядит. Эти мандарины 72 рубля, а вот эти уже другие по 99. Ну и на сорт разный. Апельсинчики по 69. Киви 99. Картофель какой-то слабенький, никакой. Ой, это что-то здесь дорогая какая-то выкладка. Тут яблоки по 219, вот эти 329 огромные. Груши, ну, это какие-то немножко другие. А здесь у нас разные соленья тоже, как в этом в Окее. Огурчики 69. Одна штучка 69. Так, 151. Огурчики. 167 перчик. 199 баклажаны, 600 грамм, капуста 165, 129 пекинская. Мне кажется, здесь овощи, выбор похуже. Грибы сушеные, смотрите, лисички, подосиновики, лук, картошка, ребят, какой-то горох здесь, мне не нравится, 39 рублей. Ну, не очень. Свекла 39, морковка 30. Зайдем, пятерочки лучше. Ну, тогда мы и там эту купим, да? Свеклу. Нам свекла нужна. Помидоры. Что у нас тут в упаковке помидоры? 169 на развес 226. Ну, нет, лента меня что-то не впечатлила по овощам и фруктам. И вот так, ребят, вы будете сами, 99 редис. Вы потом все магазины будете знать и сами будете выбирать, в каком магазине лучше что покупать. Наборы салатов для фанатов салатов, приготовленные уже. Зелени всегда много, это да. Томаты 129 рублей вот эти. 129, 129, желтенькие 279. Так, ребят. Мы уже, извините, мы уже знаем, где что брать, например, когда хотим чего-то, там, мясо или фрукты, или овощи, едем туда, где нам нравится. Так и вы будете выбирать. Зимняя клубника 229 рублей, 250 грамм. Обратите внимание опять, видите, с карты, без карты, о чем я вам говорю сейчас. Клюква, голубика, десерты. Ну, вот такой отдел, ребят, в ленте. Виноград 249, 229, сливы 199. Честно говоря, не очень мне понравился этот отдел. Давайте для сравнения мы сейчас заедем еще в магазин. Посмотрим там цены заодно. Вот бананы 69. Хорошо. Посмотрим, ребят, давайте в другом магазине сравним.
здесь есть хлеб, вот, который сами пекут, по 14 рублей. Он был, кстати, по 9. Подорожал, что ли? Получается, подорожал. Он вкусненький. Тут пампушечки разные, вот с чесноком, булочки. Ребят, это я с овощей перешла на булочки, они просто тут рядом. Вот это мы покупали 43 рубля, 44, как пицца внутри, видите, с начиночкой. Так, друзья мои, все, пойдем на кашу. Честно говоря, я пришла опять в надежде на то, что я увижу что-нибудь неповторимое, которое нет, чего нет в других магазинах. И делаю такой вывод, ребят, что кое-что в ленте классное есть. Все, вот мне нравятся детские вот эти все моменты, вот эти все чаи. Я даже себе беру вот этот детский чай для снов. Очень классный. Вот эти чаи все. Малина, шиповник, чай для снов, ягод. Мне нравится. Мне нравится. Здесь есть выбор. А вот, допустим, в Ахее я чай хотела купить. Нет выбора. Такой вот чай именно хотела. Детский. Такие вкусняшечки детские. Детские вкусняшечки. Здесь смеси. Если честно, то даже овощи, фрукты прям, не знаю, разочаровали были. Печенюшки разные. Но выбор большой. В принципе, влюбиться в ленту можно. Что-то для себя выбирать. Но мы уже в 10-й раз здесь. И вот кроме как чай, я ничего для себя тут не вижу. Ничего любимого. Все есть и в других магазинах. И цены такие же. Специально заезжать в ленту для этого нет. Надо здесь все на кассу идем, да? Да. Все, идем на кассу. Вот. Ребят, просто уже, так как мы о ленте говорим, моющие средства. Все это есть. Вы знаете, когда огромный выбор, еще хуже, если честно. Начинаешь как-то, глаза разбегаются. Подумаешь, ничего не хочется. А где касса-то? А вот касса. Пресса. Еще покупаете журналы? Нет, я как-то покупала. Сейчас-то, конечно, нет. Сейчас в интернете вся информация. Ну, на кассах мы. Что? А касса, ты думаешь, будет работать или нет? Конфетки все на кассе. Все на кассе. Ребят. Плюс... Не знаю. Некоторые блогеры показывают, что они особенно любят в ленте, особенно готовую продукцию многие покупают. Мы готовую не покупаем. Миринда 53. Все сами готовим. Редко, но я имею в виду салаты какие-то или там, не знаю что. Что еще? Салаты, котлеты, это мы все дома сами делаем. А некоторые покупают. Все, на кассу стали в очередь. Так что, ребят, а многие хвалят ленту, поэтому я не слушайте меня, что я вечно отсюда выхожу. Почему-то, не знаю, разочарованная. Да вот чай купила. Два вида чая купила. Класс. Я люблю такие чаи. Так. Нет особого смысла что-то здесь сюда приезжать ради чего. Суки выбор. Во всех магазинах одно и то же, да, 68 добрый. В принципе, это хорошая цена, можно и взять. Яблоко цитрус, так-то он, ну, хотя он со скидками, он везде такой, без скидок. Персик, яблоко я люблю, а это какой напиток в ассортименте. Можно взять вот этот персик, яблоко, может быть. Я люблю персик, яблоко. Взяла персик, яблоко еще. Все, ребят, пошли мы на кассу. Хорошего дня, хорошего настроения. Всем огромный привет из Петербурга. Начинается у нас февраль. Раз-два, и будет весна. Все, стоим мы на кассе, ждем. Расплатимся и пойдем. Хорошего дня, хорошего настроения, ребят. Пишите, какие у вас цены. На кассе стоим.
Это мы, знаете, в какой ленте? На Выборгском шоссе. Ну, все остальное тоже. Шоколадки все смотрят. Цены, как по всему городу. У всех магазинов ассортимент. Иногда хочется чего-то новенького, а получается. Ну вот, 29 сникерс, но это прикольно, это дешево. 39 Марс. 36 сникерс, вот. Не знаю, мне что-то на ленту, вот никак настроение не стоит. Так, ладно, все. Все, ребят, пошла, мне платить уже. Все, побежала. Надо рассчитываться. Карта нужна. Карта. Так интересно, на кассе спиной сидит продавец. Там лента проходит. Не впереди, как обычно, знаете. А сзади ты стоишь продавца, получается. И тут расплачиваешься. Прикол.